Стартовый напор молнии, хороший навес со штрафного, борьба за мяч. Нападающий Артак Арзуманян попытался пробить с лёта. Новая атака игроков в черно-красной форме. Отличный момент. Данил Горбачев рывком вышел один на один с вратарем, пробил выше ворот. Следом хорошая диагональная передача на Андрея Смоленинова. Жесткое единоборство, мяч попал в руки вратарю. И несколько острых атак футболистов поселка входной. Удары со средней дистанции, опасная передача с левого фланга. Две хорошие комбинации игроков молнии. Удары Андрея Багаева и Александра Захарова успели блокировать защитники. Эта игра уже носит такой принципиальный характер команды. Входная молния, это считается уже дерби, как бы премьер-лиги Омска. Играли на встречных курсах. Были моменты как у тех, и так и вот у нашей команды. Так, правда, не реализовали эти моменты. Борьба за инициативу, прессинг, серия атак по флангам. Футболисты команды поселка Входной попытались пройти защиту соперников на скорости. Тренер гостей Сергей Новиков впервые в матчах команд применил схему с двумя нападающими. Фрол Бодряга и Андрей Тропин хорошо открывались под передачи в разрез, по диагонали. Футболисты «Молнии» ответили мощным натиском в начале второго тайма. Давление, серия моментов. Артак Арзуманян немного не дотянулся до мяча. Он же мог забивать после передачи с фланга. Защитники команды поселка Входной действовали цепко, надежно, не допускали ошибок. Дали им развернуться. Да, они поскоростнее нас. Были у них моменты, они убегали. А за счет корпуса мы где-то их переигрывали немножко. Поэтому получилось с ними хорошо сыграть. Напряженный отрезок матча, атаки на встречных курсах, замены в обеих командах, ставка на свежих, скоростных футболистов, быстрые атаки, блестящая игра вратарей и гол. Отличная дальняя передача. Нападающий команды поселка Входной Фрол Бодряга сходу точно пробил в дальний угол. Обоюдно острая была игра. Атака на атаку, отвечали. Команда «Молнии» хорошо играла, мы также обостряли. Было два угловых опасных, не получилось забить, но вот появился момент, закинули и в итоге мы забили. Битва на финише матча. Игроки «Молнии» попытались отыграться. Скоростные атаки, стремление сыграть в касание, два выхода, отличная игра вратаря гостей Василия Шумайлова, великолепный шанс забить на последних минутах. Штрафной в 20 метрах от ворот. Ренат Аспанов попал в стенку. Футболисты поселка Входной держали важную победу со счетом 1-0. «Молния» потерпела первое поражение с июня 2017 года. Соперничество в чемпионате обострилось. Новые матчи в чемпионате Омска по футболу будут сыграны в ближайшие дни. И в центральном, в группе А, сразятся команды «Эгида-55» и «Сибирь». Владимир Истомин, Андрей Кузьмин, «Антенна-7».